В системе здравоохранения республики происходят изменения. Именно так в своей приветственной речи отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. И эти изменения касаются не только модернизации материально-технической базы, но в первую очередь технологические. Национальные медицинские исследовательские центры осуществляют методические руководства и сегодня в рамках визита. Также группа Минздрава прибыла в составе ведущих специалистов страны в различных областях. Терапии, кардиологии, неонатологии, онкологии, психиатрии, фтизиатрии и многое другое. Хотели бы сказать слова благодарности тем специалистам, которые являются лидерами в отрасли, те, которые осуществляют наставничество в отношении молодых специалистов, те, которые сегодня на передовой стоят, показывая своим примером мастерство и профессионализм. Детский хирург республиканской больницы Чойган Асай сегодня награждается почетной грамотой Министерства здравоохранения России. Награду вручил руководитель ведомства, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Я от всей души выражаю искреннюю благодарность за то, что так высоко оценили мой скромный труд во благо здоровья нашего населения. После окончания высшего учебного заведения «Альма-Матер» города Кемерово я приступила к гарматуре по хирургии в республиканской больнице номер 1. И с тех пор работаю в республиканской больнице в детском хирургическом отделении. Каждое отделение является частичкой большого оркестра. И мое родное детское хирургическое отделение тоже является одной из важных структур, вдвойне ответственной, которой мы занимаемся во благо, работая и трудимся день и ночь, и зимой, и летом, во благо здоровья детского населения нашей республики. В числе награждаемых почетной грамотой Минздрава России сегодня и Антон Капустин. Антон Андреевич врачом скорой медицинской помощи трудится вот уже 29 лет. Врач поделился, что он сам из медицинской династии. У меня сестра врач-кардиолог, она в Подмосковье. Мама была заведующей станции Сырксепской. Папа лор-врач, тетя врач. Я очень благодарен за хорошую оценку моего труда многолетнего. За многолетний добросовестный труд и высокие достижения в области медицины нагрудным знаком отличных здравоохранения отмечена заведующая отделением инфекционной больницы Марианна Монгуш. Я работаю уже с 2004 года, и я сегодня хочу выразить огромную благодарность в первую очередь своему руководителю Анне Александровне, своим коллегам и Министерству здравоохранения России и Республики Тыва. Я очень люблю свою работу, и моя работа мне приносит удовольствие. С детства хотела стать врачом и целенаправленно шла к этой цели. Преданность и любовь к своей работе у операционной медицинской сестры республиканской больницы Жанны Тамирол одна запись в трудовой книжке. Операционная медсестра – это правая рука хирурга. Она знает ход операции и готова к любому развитию событий. Жанна Сергеевна сегодня удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Начала я работать 1984 года, до сих пор работаю, 40 лет работаю в больнице операционной сестрой. Операционная сестра – самая трудная работа. Благодарю, оценили мою работу. В Доме правительства ведомственной награды Министерства здравоохранения России сегодня получили 12 врачей. Все они трудятся на благо здоровья населения и любимых пациентов. Айра Сабы, Мангуш Янгер, Кюжге, телеканал Тува 24.